Заселение иногородних студентов первого курса в деревню Универсиады будет проходить с 24 по 29 августа. Всем нуждающимся иногородним студентам Казанского федерального университета первого курса очной формы обучения представляется койко-место в общежитии университета. Общежитием обеспечивается 100% первокурсников иногородних, которые нуждаются в общежитии. Они будут жить в наших студгородках. Количество мест в студенческих общежитиях – это 13,5 тысяч всего. И мы имеем возможность 100% обеспечить нуждающихся в общежитии. На каждого человека приходится 8-9 квадратных метров, что существенно выше минимальных стандартов, установленных для общежитий российских вузов. Комнаты в домах студентов двух-, трех-, четырехместные. В деревне Универсиады уделяется большое внимание безопасности. Здесь работает контрольно-пропускная система. График заселения в общежитии вывесен сейчас уже на сайте приемной комиссии. И вы можете посмотреть, сориентироваться, выбрать день, в который будет заселяться именно тот институт, куда поступает ваш ребенок. Приехать в соответствии с тем временем, который там указан, на инструктаж на заселение в общежитие и на распределение мест. Иногородним студентам для заселения в общежитие необходимо иметь при себе перечень документов. Перечень этих документов можно найти на официальном сайте Казанского федерального университета в разделе «Документы и бланки». Арина Михайлова, Универньюз.